В Сахалинской области подвели итоги конкурса на предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса. Одним из победителей стала предприниматель из Южно-Сахалинска. Девушка занимается прокатом лошадей, а на вырученные средства планирует открыть манеж. Там будут заниматься с больными детьми. Олеся Мирошниченко занимается лошадьми всю жизнь и даже побеждала в скачках. На средства гранта, а это 460 тысяч рублей, она планирует построить манеж для занятий конным спортом с детьми. Ипотерапия особенно полезна тем, кто страдает тяжелыми врожденными заболеваниями. А у них же при движении получается импульс, схожий с человеком. Если ребенок с ОВЗ, да, садясь на лошадь, лошадь – это как инструмент, лошадь издает импульсы, которые схожи с человеческим движением. То бишь дети с ДЦП, да, и аутисты, они получают вот этот импульс, да, это способствует развитию физического состояния организма. Манеж с безопасным песчаным покрытием Олеся оборудует у своего дома в селе Дальнем. На освоение гранта ей дали год. Вместе с Южно-Сахалинкой денежные средства из областного бюджета получат еще трое жителей острова. Главное условие для соискателей – социальная направленность их проектов.